Наш фильм не о войне. Наш фильм о людях, которые в той страшной Великой Отечественной войне погибали в яростных атаках, умирали от ран, но выстояли, несмотря ни на что, и победили врага, подарив нам с вами будущее. Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, набирала обороты, перемалывая в своих жерновах все больше и больше человеческих жизней. Фашистские войска рвались к намеченным целям. Группа армии «Центр» захватила Минск, Смоленск и готовилась к стремительному броску на Москву, окружению и взятию столицы Советского Союза уже в октябре 1941 года. Гитлеровское командование своему плану даже придумало соответствующее название – «Операция «Тайфун». Отступать начали, ну, знаете, с боями, конечно. Ну вот, даже могли бы еще спрятаться там. Спрятаться в каком смысле? Оборону в лесу. 1,5 километра от Брестской крепости есть лес. Могли бы там. Ну, боеприпасы нет ничего. Ну, что же делать-то? Как винтовка только. Вот. Винтовка образца 1898 года. Паника не было. Паника не было, потому что мы знали, что он против нас, враг перед нами. Вот. Поэтому, когда оттуда снаряд летит в эту нашу сторону, мы ее приняли как врага. Вот. И тоже отвечали. Не думайте, что мы расстрелялись там. Нет, этого не было. Я вот, как очевидец непосредственный, оставшихся в живых, нашей страны, что удивительно, ну, сколько там, 19-20 лет, отсыли 20 лет, мне шел 20-й год. Вот. Ну, мы знали, враг у нас, мы на границе. Вот что у нас всегда нам твердили, и там враг – это мы, вот, противник его. Поэтому всегда мы были, как говорится, готовы, вот, на случай нападения. Вот. Я на всем протяжении, вот, река Бух, на этой стороне, я бы не знал, что кто-то бежал, кто-то трусил. Нет, этого не было. Вот. Многие мои земляки так вели огонь, где они встретили, где могли они сопротивляться, они это сделали с честью. Удивительно, я вот сейчас вспоминаю, как мы могли, вот, имея только винтовку, находиться в этом месте, вести огонь до последнего патрона. Вот. Со мной рядом лежал этот Трумов, Файзулла Трумов. Так, слушай, у меня два патрона осталось. Сколько у тебя? Я говорю, у меня 6. Ну, давай, возьми у меня остальные. Я ему 3 штуки дал,
патрон. Ой, это большое дело, говорит, он мне говорит. Это еще у меня патроны есть. Вот как, какая здесь, какое мужество, вот какое, знаете, ну, понимание, понимаете, что врагу мы не сдадимся. Просто так. Вот такое понимание в то время у нас было, знаете. Просто я удивляюсь сейчас, столько времени прошло. Я бы сейчас этого не сказал. А в то время мы... Есть еще патрон, есть еще. Вот. Там посмотрим. И до последнего патрона вели огонь. Ну, дальше уже куда-то же. На плечо винтовку. Я с боями отступал до Звенигородка. Это недалеко от Москвы. Вот. Там только остановились. Когда все время мы отступали, когда уже ближе, местами 30 километров от Москвы, подошел враг. Только тогда Сталин вел сибирскую дивизию, который формировался. Отступали они, не, немцы наступали все время, и мы отступали. Я говорю, до 30 километров отступали. И допускали это. Наша бригада для пополнения вроде местечка Монина под Москвой. И при формировали наши части, были отобраны в отряд Старчака защищать Юхнов под Москвой. Лучших комсомольцев, куда и я попал. Ну, собрали человек, наверное, 400, так вот. Да. И, значит, мы пошли, здесь речка, Угра, Юхнов. Это август был, сентябрь уже, понимаете. Ну, да, к октябрю месяцу уже, 41-го года. Даже были такие, что некоторых убитые немцы привязывали значит, к деревьям. И написано было, понимаете, так будет, если будет помогать, кто будет помогать десантникам, парашютистам, так будет всем. Страна переводила экономику на военные рельсы. Тысячи предприятий эвакуировали с запада страны, за Урал и в Казахстан. Только в Казахстан с 1941 по 1942 год перевезли сотни предприятий и 1,5 миллиона переселенцев. И на 6-й или 8-й день объявили, я сам немец, высылать немцев с Крыма. Я сам с Крыма. Вот. Ну и нас собрали за 24 часа, вот в чем были, в чем стояли, коровы, скот, все поставляли. И, значит, нас увезли, там 12 километров район был, и нас увезли на станции, товарный поезд, и туда нам погрузили. Но мы там ночью сразу не уехали, начали уже районный центр бомбить. Ну и там утром приехал с нашего поселка почтар, который и сказал, что уже там час деревни уже разбомбита была. И где-то в 3 часа дня начали нас бомбить. А там народу же было. И, видимо, там военные были. А там рядом была лесная полоса. И там были окопы сделаны, или заранее, или где, мы просто не знаем. У нас есть ничего не было, мы ходили, там рядом кукуруза была, мы рвали кукурузу, и вот кукурузу ели вот эту вот. И, видимо, солдаты, когда начали, он самолет низко-низко спустился, прямо над станцией, и солдаты побежали в лесную, и он начал бомбить.
В общем, 5 вагонов разбомбили, задние 5 вагонов. Ну, несколько человек там было, правда, убиты, я просто не помню. И, в общем, так мы остались. Он стал прямо по людям строчить пулеметом. В общем, как люди бегут, тоже в лес бежали. Там тоже несколько человек погибли, самолеты влетели. Вот это вот такой один эпизод был. До 7 ноября мы ехали то назад, то наперед. Линии перебиты были. И, в общем, то проедем бомбежка. С первого раз бомбят, едет назад, опять это кругом куда-то. И, в общем, так мы ехали на поезде с 7 ноября. Привезли нас сюда, вот в Павлодар, наш вагон пришел, нас привезли. Там был такой буран уже, шел снег, все, в ноябре месяце уже даже было. Вот столько времени мы ехали там. И многие там погибли, конечно. Я уже тогда пацаном был, что? Мне было 11 лет. Враг рвался к Москве. Гитлер назначил на 7 ноября 1941 года парад немецких войск на Красной площади. Была пошита специальная парадная форма, приготовлены пригласительные билеты, награды за взятие Москвы. В вагонах везли плиты красного гранита для установки памятника победителям. Составлен план, где будут расквартированы немецкие части в Москве. Советское командование понимало, что удержать столицу необходимо любыми силами. Это имело важное не только политическое и военно-стратегическое значение, но и моральное для всего советского народа. Понимало это и немецкое командование. Поэтому бои за Москву принимали особенно ожесточенный характер. Среди защитников Москвы были казахстанские дивизии 316-я, 238-я, 312-я, 387-я и 391-я. Одной из первых была 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Панфилова, сформированная в городе Алма-Ата в 1941 году. В сентябре 1941 году призвали советскую армию. И оказался первым пополнением 8-й гвардейской панфильской дивизии. Вот. Так. Панфильской дивизии 23-й полк у нас был. И 9-я рота, где политруком был Алик Габдуллин. В то время обучение я почти не прошел. Обучения почти не было, но помогло то, что дома, то есть в районе, был организация Асабьяхим такой. Ну, в это Асабьяхим нас привлекали, и мы ходили обучаться, нас призывали военному делу. Когда начал я служить в армии, мне немного было легче, потому что я знал винтовку, и я знал, как стрелять, я знал запасные части винтовок и так далее. Подмосковье, вот, нам вручили эти винтовки со штыком, вот, то есть перед 7 ноября. Сталин организовал парад в Москве, а мы в три ряда, значит, это самое, окружили Москву, чтобы не это. И, к счастью,
нелетная погода была. Значит, дождичок такой, низкие облака и нелетная погода. Так бы он, конечно, начал бомбить. Но парад провели, правда. И все те, что присутствовали на параде, прямо сразу же в бой. Как сказать, настроение у людей было боевое. Тут Сталин выступал, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вот эти слова, значит, от самого Сталина производились. Приехал дедушка Калинин с палочкой такой, худенький, маленький. Приехал к нам дедушка Калинин, выступал тоже перед нами. Значит, товарищи бойцы, не беспокойтесь, враг будет разбит, победа будет за нами. Ну, народ, надо сказать, что народ был уверен в победе. Весь мир замер в ожидании. Сможет ли Красная Армия отстоять Москву? Именно там, под Москвой, решалась судьба многих народов планеты. В таких условиях Сталин принимает необычное и смелое решение. 7 ноября, в день 24-й годовщины социалистической Октябрьской революции, провести парад войск на Красной площади. Да, я, между прочим, мне повезло. Я участвовал в этом параде. В 41-м году шел снег, снег, и парад устроили. И Гитлер это узнал по радио. Взбесился он, Гитлер. Мы ближе, уже подошли к Москве ближе. Поэтому парад, кто-то должен участвовать. Вот сняли от Москвы примерно 30-40 километров наши, моя батарея стояла там. И вот нас с переднего края сняли прямо на парад. Вот. Грязный, ну, понятно, это не имеет значения. Шел снег, и мы шагали, это парад первый. Вот. Между прочим, я москвичам говорю, я участвовал в этом параде. Я говорю, покажите мне этот, если у вас сохранится. Может, я себя найду там. 30 метров. Я Сталина видел вот так. Парад есть парад. Идет бой сильный. Речь идет о судьбе страны, о судьбе Москвы. Участвовать в этом параде для нас это было честь. Вот. Зачем? Некоторые говорили, офицер даже, а зачем нам парад? Понимаете? Зачем? Надо воевать, зачем парад нам? Прямо говорили наши офицеры. И действительно, это не считался Сталин. Надо парад, чтобы парад был. Этот парад имел политическое значение исключительно. И большой резонанс во всем мире. Радиотрансляция с Красной площади была включена на весь мир. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. Для всей страны парад стал неожиданным, потрясающе радостным событием. Именно этот парад дал уверенность всему советскому народу, что Москва выстоит. Гитлеру не осмеливались доложить о произошедшем. Он сам случайно узнал, включив радио. Гитлер был взбешен, требовал разбомбить парад, но 25 самолетов были сбиты на дальних подступах, остальные повернули назад. Курило Николай Николаевич был призван в Красную Армию в 1939 году, до войны. Служил во взводе НКВД автоматчиком, охранял особо важные объекты в Москве. 7 ноября 1941 года их направили на парад на Красную площадь.
Падал снег. Их подразделение шло в пешем строю мимо мавзолея. На трибуне было видно Сталина. На кадрах хроники, наверное, можно было бы разглядеть молодого Курила Николая с автоматом в строю. А потом, после парада сразу на фронт, готовилось наступление. Первый город, освобожденный ими, был Малоярославец. 1 января 1942 года были сильные морозы, свыше 30 градусов. Советскими войсками город был взят в кольцо, где оставались немецкие войска. Атаки зачастую переходили в рукопашные схватки. Страшно было, но бежали, кричали «За Родину! За Сталина!». От мороза немцы не могли завести свою технику, и она стояла неподвижным железом. Освободили центр города, а 2 января Малоярославец был полностью освобожден. В этих боях Николай Николаевич потерял много друзей, с которыми вместе начинал служить. Штыки от стужи побелели, снега мерцали синевой. Мы в первый раз, надев шинели, сурово били с под Москвой. Безусые, почти что дети, мы знали в яростный тот год, что вместо нас никто на свете за этот город не умрет. Ну, вы знаете, первый бой для меня был каким-то здоровенный фашист. Солнышко такое было, снежок выпал. А у них тесаки были. Этот тесак блестит на снегу. Ну, он, конечно, проткнул меня, я перекинул бы через себя. И только такого делов было бы. Но когда я стал отбивать его штык, а у нас трехлинейки были штыки, наши прочнее, конечно, были. Я когда ударил ему по этому, это, он сразу отлетел, переломился. Вот. Ну и мне не пришлось его штыком, а я его выстрелом убил. А был Истурган Туленов, мой друг, до сих пор мы с ним созваниваемся. Тот этот самый подскочил, а у них первые, значит, шли в атаку, а те в окопах сидели, которые те выстрелами поддерживали. Это эффект был больше, чем сразу все побежали. Ну и вот это самое, когда нас-то побольше было, ну и напористые пацаны были, за Родину, за Сталина, ура, и это самое. А нет, те, которые шли в атаку, побежали, стали перескакивать через этих, которые поддерживали их выстрелами. А этот Истурган Туленов, извините за выражение, но я скажу, как было. Подскочил, тот вылазит, у них ранцы были, вылазит, а этот штыком, акера. А потом по-русски. Ну, а когда вечером бой стали подводить, ну, политрук и говорит, слушай, Истурган, ну чё ж ты так? Немца колешь, ругаешься по-казахски, по-русски. Надо по-немецки. А ты скажи как, я буду по-немецки вот так потом материться. Всякое было. Первое время вроде бы какая-то трусость, вялость была. А потом уже, как Сталин сказал, победа будет за нами, враг будет разбит. Больше были уверены в этом. Были, конечно, всякие. Но большинство были уверены, что все-таки за нами будет победа.
от Москвы уже где-то в ноябре, декабре, кажется. И наступление моего друга как бы ранило, тяжело ранен, и впоследствии он умер. А я был вторым номером, продолжал, как говорится, пулеметом стрелять дальше. Насчет еды очень было трудно. Мы питались, как говорится, через день, через три. Обычно были нам давали сухари, три сухаря на энзе. Ну, эти сухари, конечно, мы его как получили, так съели. Дело в том, что было очень трудно. И такой период был. Ну, кушать-то хочется. Мой друг, уже другой был, посоветовал, как бы умерший или погибший лежал лошадь. Он отрезал, будем, когда будет отдыхать, будет варить. И так мы его протаскали неделю почти. И мы его не сварили, и пришлось выбросить. Значит, со мной были где-то человек из моих, как говорится, сел, районы, вернее, человек 20. Вот. Потом уже все меньше и меньше, как идем наступать, скажем, село, так мы здесь теряем большое, как говорится, ну, если рота, то человек 30-40, в общем, процентов. Ну, как бы сказать, ну, 30-40 потеряли. Дело в том, что у нас была одна винтовка. Две винтовки и ручной пулемет. Были вооружены очень, ну, как бы сказать, плохо. А гитлеровцы были оснащены техникой. У них пулемета, у них миномета, у них артиллерия. Потом часто нас бомбили, когда наступали. Так что мы, как говорится, с одной винтовкой наступали. Дело в том, что нам помогла это мороз. В то время стояло, скажем, декабре месяце, мороз где-то градусов 30, может, и даже больше. И они были одеты очень плохо. Вот за счет этого и танки у них были, что-то не завелись они у них, или завелись не так. В общем, мы одной винтовкой воевали первое время. После захвата европейской части Советского Союза Гитлер предполагал немецкие войска выдвинуть на рубеж от Баренцева до Каспийского моря по городам Архангельск, Нижний Новгород, Саратов, Волгоград, Астрахань, установив на этом протяжении высокую стену с огромными 30-метровыми памятниками воинов-завоевателей, символизирующих непобедимую Германию. Красная армия внесла в планы Гитлера свои существенные изменения. Он не мог поверить, что советский народ выстоял и дал отпор фашистской орде. Гитлер упорно считал, что во всем виноваты морозы и предательство его генералов, которых он бесполезно менял и отправлял в отставку. Битва за Москву продолжалась с октября 1941 года
по март 1942 года. С обеих сторон в ней участвовало около 7 миллионов человек. Потери с нашей стороны составили почти 2 миллиона. Многие из них числятся пропавшими без вести. Даже сейчас значение победы под Москвой неоценимо. Нет той меры, которой можно было бы измерить героизм и мужество нашего народа, остановившего врага. В каждом нашем сердце ты моя Москва.